Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. Не забывайте вводить моник регистрации, пацаны, моник Кирилл Путбулови. Если введете моник регистрации, потом прокачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам вам. Поэтому обязательно вводите моник регистрации. Сегодня, пацаны, новое видео, я сегодня собираюсь купить несколько машин. Я собирался ловлю снять, но сейчас очень много людей в сети, поэтому... Я думаю, лучше утром буду ловлю записывать, там будет поменьше людей. Я думаю, что днем шансов очень мало, чтобы словить какой-то дом, либо бизнес. Поэтому я сегодня решил купить себе машины. Возможно, куплю одну машину, возможно, куплю несколько. Ну, сейчас, в принципе, посмотрим. Я прилетел уже на Бурынок, и здесь есть, получается, несколько уже автомобилей. Ну, я недорогие буду покупать машины, потому что у меня денег как бы не особо много. Поэтому сейчас я побегаю, посмотрю, если что-то себе присмотрю, то обязательно это куплю. 55 миллионов стоит этот мотоцикл, серьезно? 2,5 миллиона за Лада Самара. Ого-го, пацаны, какие-то цены очень на самом деле большие. Все, я себе купил, пацаны, двенашку. Да, пацаны, покупаем тазы, потому что, как бы, денег у меня не особо много. Ну, а двенашка, в принципе, такая прикольная тачка. 100 миллионов, да, по-моему, или 10 миллионов? 10 миллионов, кстати, Ямаха, блин, прикольная такая, я бы себе купил. Здесь, конечно, FPS у меня проседает, 33, но сейчас, короче, посмотрим. Может быть, что-то еще себе куплю. Я, короче, пацаны, решил отъехать, я чувака тут подвозил на своей двенашке. Я, кстати, красить не хочу, потому что, ну, цвет довольно-таки такой прикольненький. Мне он нравится, я починил. Вот мне, на самом деле, двенашка очень нравится, именно жопа такая, в принципе, у него прикольная. Короче, пацаны, я решил психануть и купить себе BMW, вот этот кабриолет, потому что, ну, мне он реально нравится, и я сейчас потрачу все свои бабки, поэтому я не знаю, что я буду делать, но в любом случае, потом бабки я где-то, наверное, решаю, либо дом продам, либо еще что-то сделаю, либо задоначу, либо... Короче, не знаю, пацаны, я решил купить эту машину. А, блин, он выставил за 30 миллионов, а я думал 3 миллиона, я такой думаю, о, сейчас куплю, ебать, заебись, а он поставил 30 миллионов. 30 миллионов, пацаны, за кабриолет, а я думал, он поставил 3 миллиона. Я думаю, о, сейчас куплю, типа, заебись, в полном тюнинге, а у меня всего лишь 3 миллиона, пацаны, короче, я не знаю тогда, что покупать, но не знаю, пацаны, либо Весту покупать, либо покупать мотоцикл, но Веста дешевле стоит, но мотик, блин, реально прикольный, я хотел себе мотик давно, блин, не знаю, короче, 2.6 за мотоцикл, давайте купим похуй на него. Все, я забрал, короче, мотик. Так уж и быть, я решил его себе оставить. Так, заводим двигатель, спасибо. Теперь, пацаны, у нас есть мотоцикл и двенашка. Короче, я сегодня потратил... Сколько денег? Я что-то даже не посчитал. У меня было, по-моему, почти 3,5. Я купил двенашку. Вот, двенашка, кстати, стоит. Я ее тут припарковал. Сейчас нужно будет отвезти мотик, получается, припарковать. И вот потом забрать двенашку, тоже ее припарковать. Ну, Кавасаки прикольный, он внешне очень классно выглядит. Тем более, я давно мотик хотел. Тем более, сейчас лето, пацаны, как раз будет заебись. Ну, а деньги я еще где-то найду для ловли, в принципе. Поэтому, я думаю, насчет этого не нужно переживать. Так что, пацаны, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вводите мой ник. Ну, а я пока что поехал, припаркую, получается, мотоцикл. Потом поеду на мотоцикле, заберу двенашку и уже потом продолжим. Все, пацаны, я все свои новые покупочки отвез, получается, в гараж. Вот здесь стоит мотоцикл, здесь стоит двенашка. Ну, блин, я что-то подумал, пацаны, вот зачем мне вообще тогда машина, если я купил себе мотоцикл? Возможно, мне просто продать копейку, двенашку и все, и у меня будет только мотоцикл и маврик, потому что, ну, я в основном либо на чем-то передвигаюсь одном, либо передвигаюсь на маврике. Поэтому, пацаны, пишите об этом в комментариях, как мне поступить, продавать ли мне двенашку и копейку. Но это я буду делать вне серии, потому что, ну, снимать это я не вижу смысла, поэтому напишите мне там в комментариях, может реально мне продать две эти машины, оставить себе мотоцикл и маврик, и все, и буду только на них передвигаться. Как бы да, машина это тоже хорошо, но я и не против только на мотоцикле передвигаться, потому что он довольно-таки такой очень прикольный, проработанный, моделька реально очень классная, мне она нравится. Все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой ник при регистрации, мой ник Кирилл Путбулов, пацаны. Ждите новых серий, всем пока-пока. Oh, 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 oh.